Huawei хочет витать в облаках. Китайская компания заявила о своей стратегической цели. Бандиты онлайн. Вызвать крутых ребят за деньги можно с помощью смартфона. Нежность от Apple. Умные часы от яблочной корпорации легко разбиваются и царапаются. Здравствуйте, в эфире новый выпуск проекта ProNet, неизменно увлекательно о гаджетах, технологиях и концептах. Сегодня начинаем с новости про облака. Компания Huawei собирается переключиться на облака. На конференции Huawei Cloud Congress Russia 2015, прошедшей в Москве, представители компании рассказали, что в ближайшем будущем основная цель фирмы – развитие облачных технологий. В Huawei заявляют, что все чаще можно наблюдать переход от классических решений к использованию облачных технологий, и это кардинально меняет работу операторов связи, а также разного рода предприятий. Также Huawei представила на рынке СНГ свои обновленные продукты – операционную систему для облачных хранилищ Huawei Fusion Sphere 5.0 и конвергентное хранилище Huawei Ocean Store V3 для облачной инфраструктуры. Представители китайской компании похвастались многочисленными изощренными способами защиты информации, ее дублирования и восстановления в случае повреждения на одном из серверов. В том числе было указано, что дата-центры компании могут выдержать землетрясение до 9 баллов. К слову, не стоит думать, что такая переориентация компании будет стоить потребителям недорогих смартфонов и прочей потребительской электроники, ведь Huawei – крупнейший мировой поставщик телекоммуникационного оборудования. Не прошло и недели, а умные часы от Apple завоевали звание весьма хрупкого девайса. На множестве сайтов об электронике, купившие гаджет, жалуются, что стекло Apple Watch легко разбивается, а корпус почти мгновенно царапается. Застежка на Apple Watch износилась за день, царапается ногтем. Это высказывание в одной из соцсетей блогера и создателя обзоров техники Эльдара Муртазина. Но это не единственное такое замечание. В сети полно фотографий с разбитым дисплеем Apple Watch. И без разницы, была куплена более дешевая версия Sport или дорогая модель с сапфировым стеклом. Повреждения напоминают те, что получает экран смартфона, если уронить его с большой высоты. Множество мелких осколков. «Я даже не помню, что ударял часы когда-либо, но они треснули», — пишет один из пользователей. Дополняют картину и снимки множество царапин на металлическом корпусе. Кстати, буквально пару дней назад известный портал провел тестирование Apple Watch и пришел к выводу, что стекла умных яблочасов достаточно прочны. Однако проводились тесты с царапанием экрана специальным резцом, а вот ударов разной силы и с разным вектором приложения не было. К слову, все эти повреждения не дают права воспользоваться бесплатным гарантийным сервисом Apple, а при сильном уроне гаджету компания вовсе может отказаться и от платного ремонта. Как будет звучать Windows 10? Множество людей по всему миру ждут раскрытия подробностей о новых функциях очередной версии ОС от Microsoft. Но пока можно потешить свое любопытство этим файлом. В нем звуки уведомлений из десятых окон. Некоторые пользователи подозревают, что над этими звуковыми заставками поработал Брайан Эно, тот самый, что создавал аудиооформление для Windows 95, которое уже стало классикой. К сожалению, главного звука, заставки при входе в систему, в этом файле нет. Наверняка этот десерт Redmondцы оставили на потом. Ну, значит, придется довольствоваться остальными. Бандиты онлайн. И такое бывает. В Китае. Приложение с названием Didi Darren было скачано уже более 40 тысяч раз. Идея Аплита родилась в одном из телешоу. По замыслу ведущего, через интернет можно было вызвать крутых ребят, чтобы наказать обидчика, к примеру, пристающего мужчину. Название переводится как «Диди избивает людей». Через некоторое время пользователь одной из соцсетей сообщил, что смог скачать приложение Didi Darren в магазине Аплитов. В соответствии с правилами использования, подающий заявку должен описать, что нужно сделать, и назначит вознаграждение за услугу. По статистике, средняя сумма, указываемая в запросах, была от 30 до 80 долларов. Как заявили представители компании, что создала Didi Darren, программа не предназначена для вызова бандитов, ее цель – помочь найти профессионалов для разных работ.
Тогда непонятно, почему такое название. Профессионалы, они ведь разные бывают. В Google Play Applet'а уже нет, но в одном из популярных китайских магазинов приложений он все еще доступен. Безопасности и спокойствия желает вам редакция проекта ProNet. Напоминаем, что любой из выпусков вы можете посмотреть на сайте 24KZ. До встречи в эфире и онлайн.